Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня у нас наконец-то вышла обнова. Посмотрим сегодня, как это все выглядит в игре. Начал почему со статьи, потому что здесь все подробно описано о бойне. А бойна у нас будет доступна только с 3 сентября. То есть в игре ее сейчас никак не посмотреть. То есть мы сейчас прочитаем, что тут у нас разрабы написали, а потом пойдем в игру. Итак, погнали! Потасовка будет с 3 сентября по 19 сентября включительно, вот, чтобы все знали. Итак, бойня — это командная PvP-потасовка по правилам Team Deathmatch. Сражение проводится в формате 6 против 6, как в Лиге Выживших. И тут ограничение по ОМу 5 до 6 тысяч ОМ. То есть такой маленький ОМ, я не знаю, у меня есть ли тачка на такой ОМ, конечно, но надо будет подсобрать. Также здесь нам нельзя будет бивень использовать, копья, топливные бочки, бакет. То есть нельзя вот это вот все будет копейщиком играть. А вот копейщиком такой вот минус. В режим нельзя будет попасть в составе группы, надо будет просто рандомно нас закидывать к союзам. И также цель, как, что там надо сделать. Цель — набрать всей командой 5000 очков быстрее команды противника. Ну, тут, короче, кто грохает, тот очки команде зарабатывает. То есть, я думаю, правила нету смысла читать. Мы просто там, когда потасовка выиграет, мы уже все там поймем, как играть. Потому что все и так, наверное, знают, что это за режим. Сражение проводится на картах. Заброшенный город, которая, по-моему, была карта на день кроссаут. Вот. Плацдарм опустошителей и химический завод. 3 карты всего. Также специально для режима доработана механика самоуничтожения. В бойне вы можете самоуничтожаться только после потери вооружения или большинства ходовых. То есть там надо, если вы там все пушки, например, потеряли или колеса, вам только тогда можно взорваться. Вот такой вот у нас прикол. В бойне выполняется еженедельное задание на призовые места в потасовках. Призовыми считаются первые 4 места по набранным очкам в команде победителей. То есть какие-то там можно будет призы получить. И также у нас будут специальные задания, как в остальном чемпионате. До тех пор, пока активна потасовка бойня, вам ежедневно будут доступны специальные задания. Уничтожить 400 деталей потасовки бойня и 600 деталей в потасовке бойня. То есть какие-то там награды будут, но не знаю какие. А, вот, ниже написано. Так. Обратите внимание, второе задание становится доступным только по завершении первого, ну это понятно. Так, какие же у нас тут награды? За выполнение ежедневных заданий вы получаете значки механиков, которые затем можно обменять на необходимые вам ресурсы, конструкционные детали или контейнеры. Вот это неплохо. За выполнение первого задания вы получаете 40 очков, за второе 80, 120, то есть в общем. То есть, не знаю, сколько там она будет недель идти, то есть где-то 240 вы точно сможете заработать очков. Вот это вот прям хорошо. Мелочь, но приятно. Так, у нас теперь также новый набор выпустили, его сливали, но там стоял, конечно, рык, вот, тут его немного доработали, все-таки этот набор нам ввели. Итак, бронемобиль, сейчас, наверное, посмотрим, как это все в игре выйдет, тут не будем читать. Так, и вроде больше тут, ну и также у нас кросс-кроны ввели, вот эту вот дополнительную валюту сейчас посмотрим. Какие-то тут на картах работы провели. Ну и тут уже я читал, какие нерфы, апы тут у нас провели. Итак, давайте не будем томить, посмотрим, как все выглядит у нас в игре. Итак, мы зашли в игру. Сразу заметил то, что над золотом у нас теперь появилась такая вот иконка кросс-кроны, как я понимаю. Да. И сколько же они у нас стоят? Стоят они 30-180 рублей. Ну, дороговато, я бы сказал. Но... вот, не знаю, вот давайте внешний вид посмотрим, что там за скины. Так, какой-то набор новый, не было такого, такой аватарки, прикольно, кстати. Краска, ну такая обыкновенная краска, как она называется-то? Карбон, она, по-моему, уже была. Вот тут, в принципе, вот, кстати, вот это вот колесо, которое мне нравится больше всего. Его тоже можно будет купить за кросс-кроны, точнее, уже можно купить. И тут он дофига скин, кстати, вот эти вот скины, которые за рубли раньше были, они так и остались. Вот тут получается. Ну, я некоторых даже скинов не видел. Вот некоторые я листаю. Тут краски можно какие-то обменять. На строительство краски. Ну, кстати, контейнеры можно обменять. Набор аттракционов можно. Который донатный раньше был. За в пропуске, по-моему, давался. И тут наклеечки. Вот, собственно, пока вот это можно обменять. Потом это все будет обновляться. Вот эта вот акция сейчас через 6 дней. Ну, через 7 дней, можно сказать, закончится. То есть, кто хочет, покупайте. Давайте теперь перейдем к нашему наборчику. Что тут у нас нового? Здесь у нас
Новая кабина, как она там называется-то? Новая кабина мертвец. Давайте перк посмотрим. Уменьшает время перезарядки оружия в зависимости от его количества. Бонус составляет 25%, если оставлено одно оружие, 15, если 2, и 10, если 3 и больше. То есть сейчас какая-то так упор на одну пушку будет на этой кабине, чтобы перезарядка быстрее будет. Как-то она, конечно, странно как-то выглядит, эта кабина, но посмотрим. Хочется ее уже побыстрее потестить в рандоме. Также у нас новые колеса, блок питания сюда идет, квазар. Что за голограмма такая? Коготь. Давайте перк почитаем, изменили, не изменили его. После прохождения 120 метров вплоть до 4 колес, коготь получает заряд, увеличивающий урон энергетического оружия на 5% в течение 5 секунд. Потеря колеса временно отключает энергетическое оружие. То есть ничего не изменилось. Также то, что я в статье читал раньше. И здесь у нас какая-то голограмма. Печать подлинности. И кстати, теперь желтый неон еще у нас есть, но он мне как-то не особо понравился. Давайте посмотрим, что тут у нас как выглядит. Вот, как-то он дохленько светит, если честно. Но мне как бы синий и оранжевый больше нравится. Ну, голограмма. О, прикольная голограмма такая, смотрите. Мне нравится, офигенная. Так, вот видите, у меня когти набрали заряд какой-то. Так, надо будет это все в рандоме тестить. Так, бынь. А если я отобью, ну-ка. Ой, я еще специально ни разу не отбивал колесо. Ну-ка, если в бочке врезаться. Непонятно, не отключается оно, ну, не знаю, как это все работает и насколько оно отключает. Также у нас здесь в наборе краска, грунтовка, аватарка, вот это ее сливали. На баннер еще какая-то фигня. Вот это вот на баннер тоже. И 4000 золота. Также у нас, по-моему, есть более дешевый. Да, более дешевый вариант. Он стоит 900 рублей. Здесь у нас просто идет. Здесь идет судья. Блок питания зачем-то, я не знаю. Та же кабина, краска другая. И чисто вот эти коготь колес. То есть упрощенный вариант, такой смешной. И вот у нас еще один покровитель какой-то. Кстати, вот эта краска, я ее хотел давно. А, нет, это какая-то другая краска. Здесь у нас идет, в чем отличие-то? Здесь непонятно, что деталей больше каких-то. Вот, этот уже 2000 стоит. Ну и, в принципе, по-моему, все, больше нету таких комплектов. Ну и все, больше я ничего нового не нашел. Там на картах что-то поменяли много, занерфили, апнули там много чего. Бойню я сейчас не могу поиграть, потому что он будет с 3 сентября только. То есть поиграем, посмотрим, пишите в комменты, как вам обнова. И лично я думал, она как-то будет масштабней, но тоже, в принципе, неплохо. Ну, на этом, думаю, все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!